Озвучил Зозя. Все запомнил? Я только что посмотрел видео. Что? Я собирался научить тебя. Раз, два, смотри правильно. Три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Думаю, ты можешь расписаться сзади. Не хочу, чтобы размазалось. От меня? Бро? Ашер будет здесь. Мне остановиться? Да, остановись. В любой позе, какой захочешь. Ду-ду-ду-ду-ду и стой. Два раза. Может быть, два раза. Круто, круто. Хода. Идеально. Спасибо. Спасибо. Он один из людей, у которых я учился, когда я был еще тренером. Он OG. Легендарный. Это огромная честь работать с ним. У него такая аура из-за его опыта. Это было... Здорово. Окей. Мотор! Пш-пш. Эй, Арми. Хочешь получить эксклюзивный контент и поддержать озвучки? Тогда подписывайся на мой Бусти. Там ты найдешь то, чего никогда не будет на Ютубе. Шоу с участием любимых мемберов. Кухня Джинни. Кстати, спин-офф уже вышел. Фильмы, ранний доступ и многое другое. Все это ты найдешь только на моем Бусти. И помни, что все ролики выходят так быстро только благодаря вашей поддержке. Поэтому не забывай оставлять лайк и писать комментарий. А ссылочку на Бусти ты найдешь в описании. We'll be right back.
Нам нужно пересечься здесь? Да, здорово. Ты такой классный. Вперед. Пусть будет так. Джей-Кей! Это же рэпер Мошлер! Это же Зимбабуэр Клэшер Доминик Иэн! Спасибо, мне очень приятно, мужик. Ты был великолепен. Я не знаю, когда увижу тебя снова, но... Удачи. Спасибо. Спасибо. Все в порядке. Он такой классный. Мне было очень весело сегодня. Он показал потрясающее выступление. Я восхищаюсь им. Это был очень забавный опыт. Официально это было... Мое последнее расписание. Такое ощущение, что я получил здесь много опыта. Так что я очень рад, что многому научился. Я буду продолжать практиковаться и расти, чтобы я мог показать лучшую версию себя, когда я вернусь. В любом случае, сегодня было фантастически. Армия, вы, наверное, почувствуете меланхолию. К тому времени, как посмотрите это видео, это будет мой последний заключительный комментарий. Большое спасибо за ожидание. Я сделаю все возможное, чтобы вы, ребята, продолжали поддерживать нас естественным образом. Заставляю ли я вас? Я не говорю, что вы должны. Я постараюсь, чтобы это произошло само собой, когда я вернусь. Ребята, идите и живите своей жизнью. А я вернусь
Как будто и не уходил. В любом случае, отличная работа и спасибо за то, что вы с нами и поддерживаете нас. И всегда ждете нас. Я вернусь после службы. Слушай фанфики по BTS без регистрации и СМС на моем втором канале «Зозя. Озвучка фанфиков» по ссылке в описании.